В связи с текущим состоянием, которое происходит у нас в Украине, у нас есть перебои со связью. То есть это может быть Kyivstar, Life, Vodafone. И я знаю прекрасное решение, как это сделать, чтобы у вас была сотовая сеть. Смотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Настройка абсолютно простая, у нас все по умолчанию стоит в автоматическом режиме, но благо у нас есть функция та, чтобы сделать это все в ручном режиме, выбирать нам нужного оператора для сотовой сети. Вам нужно зайти в настройки, это сотовая связь, выбор сотовой сети, вот здесь. Убираем автоматический, у меня Kyivstar, сразу говорю. Отключаем автоматический режим, и у нас будут те доступные операторы, которые в вашем городе есть. В моем случае это будет Life и Vodafone. Вот вы уже между ними выбираете, какой вам будет нравиться, Vodafone или Life. Через режим самолетика можете перезагрузить сеть, и у вас будет показана связь на данного оператора. Вот у меня на Vodafone такая, давайте при вас я перезагружу сеть и посмотрим, что у меня будет по Vodafone, к примеру. То есть я сам-то сейчас нахожусь не в той точке, где у меня хорошая связь, но, по крайней мере, между ними можно как-то определяться для себя, какую использовать точку. Ну, как видите, все, уже сеть есть. Можно точно так же зайти обратно, перепроверить, выбрать, допустим, Vodafone, даже не перезагружая. Вот и все, друзья. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, всегда вам отвечу. Оставьте ваше мнение в комментариях. У вас iPhone или Android устройство. Возможно, я даже найду решение для Android устройства. Мне тоже это будет интересно. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся. Mr. Fox.